Первая умная остановка в Армавире открыта. Она появилась на улице Новороссийская напротив дома номер 41 и сразу привлекла внимание местных жителей. Стильный дизайн из пластиковых панелей, удобные скамейки и тактильная плитка. Только часть оснащения обновленного павильона. Все преимущества оценили представители территориального общественного самоуправления. Свет поставили, закрывают одну сторону стеклом, другое стекло. Если дождик, ветер какой, все очень комфортно сделано. Точно так же, если зарядка закончилась, человек может подзарядить телефон, чтобы кому-то что-то позвонить. Все поручни для стариков, чтобы они могут встать, пойти, сделать. И вообще все очень хорошо, комфортно. Впечатление очень хорошее. Конечно, людям будет приятно здесь находиться на этой. Очень красиво все сделано. Большое спасибо нашим руководителям и нашему ответственным, кто занимался этой остановкой. Эти удобства и новшества – подарок городу от армавирского завода резиновых изделий, у которого расположилась умная остановка. Новую точку на маршруте общественного транспорта в день открытия посетил глава Армавира Андрей Харченко. Вместе с председателем совета директоров завода Евгением Пономаренко он перерезал красную ленту и подписал соглашение о передаче объекта в собственность города. Я как глава города хочу сказать слова благодарности руководителям предприятия за тот подарок, который подарен городу Армавиру в виде новой современной умной остановки, которая обеспечена системой видеонаблюдения, системой безопасности, Wi-Fi. Ну и самое главное, вот с тем подходом, который руководители предприятия сегодня относятся к городу Армавиру по приведению в порядок территории, прилегающей к благоустройству территории. И сегодня считаем, что это новый формат для других предприятий города, который уверен, что будет продолжен в городе Армавире. Преображение прилегающей территории завода резиновых изделий началось в 2021 году, когда улицу украсил обновленный фасад предприятия с яркой подсветкой и появилось новое озеленение. На этом завод не ограничится недалеко от новой остановки. Вскоре планируют построить вторую, также в фирменном стиле предприятия. Инна Лепеткина, Евгений Холманский, служба информации, телеканала 360 Армавир.